Третий день. Две ночи и три дня. Пытаемся прорваться в Одессу. Даже не в Одессу, хотя бы на территорию Украины. Просто людей тьма. Просто простоять, блин, здесь третий день. Две ночи проночевать и не проехать. И не факт, что мы сегодня еще проедем. Условия, в которых мы живем, это вообще огонь. Просто дом подперт вот такой вот штукой. Потому что он разваливается. Вот. Он разваливается в доме, в самом доме, как в могиле. Просто запах затхлый. Дышать нечем. Я рассказывала вчера чуть два раза, только от этого запаха не вырвала. Вот. Ты покушала? Молодец. Дитё. На дитё мы издеваемся, как хотим. Дитё на огурчиках третий день. Третий день дитё ест одни огурцы. Ничего больше она не хочет. Ни картошку, ни... Ну, туалет, конечно, вообще огонь. Но туда даже не стоит заходить. Потерпите лучше до прибытия на...